Всем привет, друзья! Вот решил затестить игрушку Oni. Не знаю, я о ней раньше не слышал. Выходила она на PlayStation 2 и на ПК. В году так 2003, наверное. Hi, Kinoko. It's me. Shinatama. Давно я ничего не записывал с комментариями. Вот решил записать ролик с комментами. Вот уже артефакт на ноге. Тёлки нога мигает. Давайте попробуем исправить. Нажмем на лучшую совместимость. Вот и мигать перестало. Да, идет, в принципе, неплохо. Кстати, игрушка от самих Rockstar. От создателей GTA. Так, что, повисло, что ли? Кстати, бывает во многих играх вот так виснет на долю секунды. Что-то какие-то проседания пошли. Давайте поднимем SIS настройки скорости. А вот из-за чего нога-то мигает. Делаешь на двойку и начинает артефактить. Делаешь на ноль, перестает. Давайте на однерочке попробуем. Мигания нету на FPS. Вот, в принципе, нормально. Вот 30, это плохо. Хотя бы полтинник был в среднем. Ладно, хрен с ним, так пойдет. Так, go to the beginning for the perimeter track market. Кстати, я до этого видео запускал эту игрушку. Я не понял, что тут делать, как из этой комнаты выйти. Пришлось лезть на YouTube и смотреть прохождение. Тут эмулятор не отрисовывает марки, как они, пометки. Вот здесь, по сути, метка есть вокруг комнаты. То есть траекторию бега. То есть это у нас тренировка сейчас идет. И здесь у нас вот отсюда начинается такая полоса вдоль комнаты. Тут надо пробежать нам. Эмулятор почему-то не отрисовывает. Тренировка с бегом завершена. Так, идите на желтую метку. Вот нету ее. Вот она, по сути, вот здесь находится. Или где-то вот здесь она. Кстати, вот у этого компьютера тоже метка желтая есть. Эмуль почему-то ее не показывает. Сыроватый эмуль. Так, что я хреново пробежал, что ли? Снова нам предлагают пробежаться. А вот все. Получилось. Так, что дальше-то делать? Ну, открывайся. А вот, наверное, к тому компьютеру. Да все, я уже понял, что... Вот меня бесит игры, где тренировка.
затягиваться, блядь, на очень долго. Давайте мне уже печенегов пизды им дам. Куда идти? Как выйти из комнаты? Во, получилось. Тренировка по прыжкам. Блять, еще и прыгать на букву L. Самое дебильное, наверное. Что-то по управлению чем-то на Лару Крофт похоже старых годов, которая была на Соньке первой, на Engage. Такое же маленькое корявенькое управление. Чё, где враги-то? Дайте я кого-нибудь уже набью. Кстати, вот здесь вот тоже вот в этом окне. Сейчас на видео смотрел, здесь лазеры светят. Вот вся комната в лазерах. Тут ни хрена не прорисовывается. Так что баг, какой-то баг. Так, L2 кувыркаться. Ну, ничего удивительного, это же Damon PS. Один из самых корявых эмуляторов на Android. Разраб полностью положил болты, не выпускает обновы. Хотя обещал он чуть ли не каждую неделю обновлять и довести до ума, до уровня PSP эмулятора. Чуть ни хрена не видно. Ну так кувыркаюсь, что надо делать-то еще? Куда кувыркаться-то? А, подкаты делать. Хотя вот когда камеру сбоку поворачиваю, что-то видно, прорисовывается. Вот лазеры, видите? Они здесь должны быть. Почему-то их нету. Как мне туда попасть-то? Ну, давай. Ты чё, мразь? Запрыгивай. Она ещё кувыркаться в воздухе умеет. Ну, баба даёт. Короче, я не знаю, что делать, но игрушка идет неплохо. Так что, кто с этой игрой знаком, скачивайте, играйте. Я вот в английском не разбираюсь, плохо вот понимаю, что там написано. Прыгай вверх, тут за комнату, цель, смотри. Тренировка, комбат. Так, в следующей комнате. Запрыгивает ты, сука, с треугольными сиськами. Кстати, графика, да, угловатая. Типа Лары Крофт. Только от Рокстаров. А, вон они где. Туда, что ли, идти? Сейчас я вам напинаю. Ну, давай, открывай. Куда идти-то? Там всех положили уже без меня.
let's try some acrobatics. Так, беги, так, running, begin, так, и нажми при беге L2. Ну, сделал, чё? Засчитывайте мне. Блять, пиздец, тренировку пройти не могу. Чё за херня? Открывай двери уже. Ну как мне туда попасть-то? Короче, хрен знает. У меня игрушка идет хорошо. Только вот нихуя непонятно в ней. Так как элементы не отрисовываются некоторые. Так что качайте, играйте. Кому эта игра нравилась когда-то. У меня Соньки второй не было, так я вот первый раз не играю. Даже тренировку пройти не могу. Так что вот, всем пока.